Представьте, блестящий военный, гуляка, повеса, дуэлянт, с первого взгляда влюбляется в религиозную чистую девушку. И она тоже отвечает ему взаимностью. И тут у него случается дуэль, и он на этой дуэли соперника убивает. Казалось бы, чего проще, отсидит под арестом, а жениться-то ему ничего не мешает. А она ему отказывает. И уходит в монастырь, чтобы замолить его грех. И этим переворачивает всю его жизнь. А любовь? Это что, для тебя пустой звук? Слушайте, ну, хоть какую-то совесть надо иметь. И вы верите, что он действительно любил ее всю жизнь? Я не верю, я знаю.